не может отменить нашу пасхальную встречу. Я продолжаю готовиться к ней. И всю жизнь я красила яйца, но решила в этот раз воспользоваться пасхальным набором «Святая Пасха» термо наклейками ажурными. И вот я их уже вынула. Это очень быстрый способ. И сейчас я буду... Вот я поместила их в эту термонаклейку яичко. И сейчас на ложке отпущу его в кипяток. Буквально на 1-2 минуты. Вот яичко я опустила в кипяток. И сейчас выну его. И вот у меня уже украшенные яички во всей своей красе. Это совсем маленькая подставочка под яйца, но как раз то, что, в общем-то, мне нужно. Посмотрите, какой замечательный птичий двор у меня появился. И павлин, и 3 курочки, и среди них такой красавец петушок. Настоящий птичий двор. А сейчас я поближе познакомлю вас с этой очаровательной крошкой. Когда мой взгляд упал на это такое пухленькое совершенство, то я просто не могла отвести взгляд от нее. Она такая замечательная, такая пухленькая. Мне кажется, это от того, что у нее всегда хорошее настроение, что у нее очень веселый характер, и она поэтому не теряет свой аппетит. И посмотрите, какая прелесть. У всей гжельской посуды вообще совершенных повторов вы не увидите никогда, потому что, ну, они расписываются вручную, и, естественно, один в один ни один художник повторить не может. Такую чайную пару хочу вам показать. Я уже купила ее давно и показывала в одном из обзоров. Но еще раз хочу более внимательно, обстоятельно ее показать, потому что тогда я снимала очень быстро. Посмотрите, какие здесь розочки замечательные. И сеточка, рисунок, который вот очень любили мастера гжели. И давайте посмотрим. Такой же блюз. Посмотрите, сколько здесь роз. Ах, какая же красота. Эти цветы. Как любили мастера гжели эти цветы. И как они нарядно, празднично выглядят на любом столе. Как приятно пить из этой замечательной чайной пары. Ну, вот здесь тоже могу показать. Замечательная чайная пара. Ну, просто замечательная. Ну, и сейчас вам покажу то, вот что еще две мои покупки, которые я сделала, ну, совсем недавно. Ну, совсем недавно. Тоже на кристалле. Буквально вот... Даже уже когда начался карантин. Вот посмотрите, какие замечательные тоже чашечки. Они менее интересны, конечно, чем та сделанная, предыдущая. Но они все равно чудесные. Теперь у меня их 3 чайные пары. Рисунок на блюдечке немножко отличается. Ну, в общем-то, почти нет. Посмотрите, какие ручки красивые, розочки чудесные.
Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Тоже это авторская работа, подписная. Автор Рогов. Автор этой работы тоже Рогов. И посмотрите, какое здесь клеймо. Ну, на этих чашечках клеймо одинаковое у той, у другой. Какие рисунки. Настоящее яйцо Фаберже, только с рисунком, свойственным к желе. И когда мы его откроем, мы можем полюбоваться вот таким замечательным яичком. Вот это тоже моя последняя покупка. И я вас жду. До встречи в следующее воскресенье.